Мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Не забудьте подписаться на мой канал Нубас. Самые интересные видео про игры только здесь. И всем привет, у меня Александр Сучков. И сегодня я купил новую CS GO на новом аккаунте. Ну, в общем, все мы разберемся. Здесь у меня стандартные оружки. Давайте. Ой-ой-ой. Тихо. Нет никого. В общем, я купил новый аккаунт в Стиме, и я бы хотел вам попросить поставить лайк за то, что я все-таки собрался поиграть в CS-чку. Без читов, то есть теперь. Завак меня уже не забанят. Никак. Опс. Так. Блин, без прицела не попадешь, короче. Все мои, короче, сервера, все уже. Мои сервера, ни один из моих серверов сейчас не работает. Это уже понятное дело. Вот, я вам сейчас покажу все оружия, которые у меня сейчас есть. То есть вот обычные, вот только УСП-шка новая из кейса. То есть у меня всего три оружия из кейса, три. И еще один подарочный кейс был. Вот, на револьвер перезагрузка. Так, здесь обычные вот. То есть я вам все оружия свои показываю. Которые. Вот у меня еще вот эта вот темная вода. Прикольное оружие. Так, экипировочка. И гранатки. Че, я купил уже это? Вот оно. Мое красивое оружие. То есть все изменилось вообще у меня в КС-ке. Все полностью изменилось. Нет ничего, короче, того, то, что было вообще. То, что было в КС-ке до этого, блин. Офигеть. Тихо, я должен это сделать. Давайте. Опа. Вы это видели? Короче, вот смотрите, мои оружия, которые у меня есть. Вот. Вот такой автомат, темная вода у меня. Обычный. Револьвер. Такой перезагрузка. И ножик. И все. У меня вроде ничего больше нет. Вот и все. А вот про эту, как ее? Про ОСП. Могу сказать то, что. Просто обычная ОСП-шка, ничего в ней особенного такого вот нету, чтобы такая вот. Прикольная была. Давайте ее возьмем. ОСП-шку. Да, иногда она меня спасала, ОСП-шка, но не сегодня, ребят. Вот он. Вот обычная ОСП-шка, то есть ничего особенного в ней нету. Она с глушителем только. И все, то есть. В ней особого ничего нету. С ней только играть вот так как-то. Да, с нового аккаунта сложновато, конечно, будет играть без прицела. И, кстати, ребята, кто не знает, я теперь стал сильвером. Это просто вообще из глобала я стал сильвером. Это просто, ребята, это что-то новое, наверное, у Нубаса. Хотя я по хэдшотам сейчас убиваю. Давай-ка. Где там враг-то был? Опа, ого! Вы это видели? Охренеть! Это что... Это что такое было вообще? С меня хп. Он сбил, офигеть. Он ударил по мне бомбой. И чуть меня не убил, блин. И сбил меня бомбой, блин. Точнее, не бомбой, а гранатой. Давай же. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, блин. Ну. Yes! 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 Охренеть! Да, это было сложновато, конечно. Офигеть! Жаль, что я больше кейсы не буду открывать, потому что... Я на те кейсы сколько денег потратил, и аккаунт заблокирован. Сейчас, кстати, я пытаюсь его разблокировать, но, ребят, никак не получается разблокировать тот аккаунт. Это просто, ребят, невозможно просто. Я извиняюсь, но больше вы, наверное, мои скины такие крутые не увидите. Будете видеть такие стандартные скины. И все. Да, но зато я теперь играю постоянно с камерой буду играть. И постоянно буду играть с
этой, как ее. Я буду играть постоянно с этими вещами и ножами, там, чем еще. Ой-ой-ой-ой. Ого, двоих. Давай-ка. Давай. Опа. Не убил меня. Об, бомбочка. Ребят, идите. Сильвер вас прикроет. Блин, не прикрою вас. Давай-ка. Ха-ха-ха. Вот, ребят, вам из... Заходи на Noobs Cases. Все кейсы от 100 рублей. Заходи и выигрывай. Сильвер. А кто-то еще говорит то, что я не умею играть, ребят. Это просто, ребят, реально прикольно. Так, ладно, продолжаем. Это еще не конец. Хм. Сейчас я еще АВП-шку возьму, это будет вообще офигеть. Как прикольно. Ой-ой-ой-ой. Так, вот этого можно не мочить, а этого вот... Давай. Чуть не убил меня, 50 хп. Давайте. Опа, давай-ка. Перезарядка. Блин, хп. Патрон нету. И хп. Хп, офигеть, как мало, ребят. Ах ты, блин. Давайте, ребят. Я уже там вам ничем не помогу. Хотя помогу. Чуть-чуть, но помогу. Да, вот так вот. Хочу там таким там. Таким вот. Только хардкор, ребят. Ребят, правда. Да уж. Поиграли мы сегодня. В КС-очку. Давайте теперь. Наш любимый АВП. Блин. Жаль, что я потерял АВП Dragon Lore. Но, ребят, ну это тоже нормальная АВП-шечка вроде. С которой, наверное, возможно тащить. Но пока что я тащу нормально через нее. Смотрите, как красиво я всех убил. Без прицела, ребят. Вы такого нигде не увидите, чтоб игрок убивал без прицела. Такое просто, наверное, невозможно. Ни один человек из турниров даже не пробовал, наверное, играть без прицела в CSGO. Это просто нереально, наверное. Но я играю, у меня нормально, вот. Это очень даже просто. Так. Ну что там, давайте. Где? Давай. Ой-ой-ой. Давай. Опа. Бомба. Диффузию, 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 ребят. Давайте. Yes. Вообще я мастер такой. Вообще. Да, сыграл, конечно, я прям, прям вообще, ребят. Ну что ж, ребят. Возвращаемся. А хотя ладно. Так. Давайте сейчас перезайдем за Т и посмотрим, что там будет дальше. Ну, мне почему-то всегда нравится теперь играть за КТ. Ждем. Мы продолжаем играть в CS Global Offensive. И, короче, вот то, что у меня есть из этого. Давайте возьму. А, кстати, глок у меня такой обычный. Давайте его и оставим. Так, из этого вроде ничего не изменилось. Из этого вроде тоже. Из этого вот только вот это вот красивый оружие. Так, экипировочка. И гранатки. Все. Больше у меня нифига нет. Ну что ж, ребят, давайте поиграем за Т теперь. Команду на этом сервере. Бомба не у меня. И давайте проверим точность моей стрельбы Сильвера. Да, точность офигеннейшая просто. Я двоих сразу убил с этого оружия. Офигеть. Я тащу просто сегодня. Так, ну понятно, то что... Они все находятся на А. И мы сейчас будем просто тащить. Вот так вот. Ждать врагов. Пусть они пока гранатки покидают в меня. Там вообще ненужные, которые нафиг не нужны. О, что-то взорвалось там у них. Ну ладно. Что там у вас? Какая проблема, ребят? Давай-ка.
Че, там нет никого, не? О, это опасная уже игра. Хотя нет, не опасная. Опс. Давай-ка. Последнего, жаль, не убью. Хотя нет, убью. Похлопай меня, ребят. Так не каждый сможет, игрок. Хотя нет, бомбы не хочу. Ой! Если от своего случайно попал, извиняюсь, конечно, ребят.